Всем здравствуйте! Вот очередной выпуск по Ниве на 33-х. Только Нива уже не на 33-х, а на ВЛИ 5. Два полноценных рабочих дня я и делал привод. Это было тяжело, у нас возникли трудности. И наконец-то она выехала. То есть мы уже на ней покатались, и я вам скажу, что на этой резине это просто другая машина. Движка хватает, она раскрывается, она едет. Это просто вот... Вот эта резина для этой машины, это вот все, что надо. На 33-х это уже, ну, не едущее говно, которое просто рвет трансмиссию. Но мы столкнулись немножко с другой проблемой. Вот. У нас, короче, очень жестко потекло масло. Масло течет вообще со всех щелей, которые только есть в этой машине. И благо у нас лес. Ну, грубо говоря, 100 метров по прямой до леса. Мы вот тестовый выезд сделали. Вы уже, наверное, видели или увидите, как мы катались, как мы на ней хасанили. Едет она просто божественно. Поэтому следующий выпуск мы, возможно, поделаем моторчик, чтобы масло не текло, и будем уже... Да. Чуть не кувыркнул Ниву. Там чуть не упал. Давай!